Переплетение тысячелетней истории современных процессов, где с историческими достопримечательностями, памятниками старины гармонично соседствует инфраструктура дня сегодняшнего. В объективе наших камер Ферганская область. За счет своих богатых природных ресурсов многоотраслевой промышленности регион занимает особое место в развитии страны. Его экономический потенциал является важным фактором осуществляемых преобразований в стране. В этом году в Ферганской области осуществляется 120 новых предпринимательских проектов, в которые инвестировано 700 миллиардов сумм. При этом 300 миллиардов из них – это иностранные инвестиции. Более 5000 новых рабочих мест будет создано благодаря реализации проектов, 50 из которых напрямую связаны с промышленным производством. Так, например, на предприятии «Туронтекстиль» в первой четверти текущего года запущен новый технологический участок, на котором установлено оборудование, способное ежесуточно перерабатывать 14 тонн пряжи в готовую ткань. На организацию этого цеха мы закупили 33 круговязальных машин стоимостью 8 миллиардов, и эти деньги мы получили в качестве кредита. Стоимость другого реализуемого здесь проекта – 80 миллиардов сумм. Он заключается в организации швейного цеха. На этих площадях уже в ближайшие дни начнется монтаж оборудования, а будущие мастерицы, которым предстоит на нем работать, уже приступили к освоению азов своей профессии на специально оснащенном учебно-производственном участке. Еще одним примером успешного осуществления полезной инициативы стало торжественное событие в рамках государственной программы «Благоустроенное село» на территории схода граждан Махалли Тыншли Калтаарыкского района. Здесь открылось предприятие, специализирующееся на производстве швейных и ковровых изделий. Благодаря этому создано около 100 рабочих мест, 10% из которых будет предоставлено лицам с ограниченными возможностями. Новое предприятие гармонично вписывается в архитектуру обновленного в рамках программы «Благоустроенное село» населенного пункта. Это не может не радовать местных жителей, а особенно представителей старшего поколения, ставших свидетелями столь радостных преображений. 1300 новых квартир, 1600 отремонтированных частных домов, в которых созданы все условия. По обеим сторонам дороги объекты сферы услуг, общественного питания, библиотека, автостанция, торговые лотки. Все продумано для удобств населения. И это не может не радовать, поскольку еще больше укрепляет веру сельчан в завтрашний день. Это относится не только к Калтаарыкскому, но и к более отдаленному Бешарыкскому району. Здесь, например, на территории Махалинского схода граждан Фазиобад сдан в эксплуатацию новый торговый комплекс, ставший еще одним конкретным примером масштабной благоустроительной деятельности, осуществляемой Ферганской области.